Погрузиться в атмосферу прошлых лет – такую уникальную возможность предоставили артисты, выступавшие на сцене в рамках ретро-фестиваля, всем гостям праздника. Хиты 80-х, 90-х годов прошлого столетия, как и четверть века назад, все так же любимы и востребованы зрителями. Это песни нашего детства. Мне вечер очень понравился. Посмотрите, как радуются, отдыхают душой люди старшего возраста. Песни Колдаякова и Сариева очень хорошие. И я хочу сказать спасибо всем исполнителям. Зрителей, соскучившихся по песням своей молодости, ждал настоящий сюрприз. Большая часть исполнителей совсем молодые. Но песни прошлых лет оказались для них простыми и понятными. Ведь они по-настоящему трогают душу, уверен самый молодой участник фестиваля Ербол Калмурзаев. Думаю, нам удалось донести до зрителей красоту и душевность этих песен. В любом случае, оценку давать не нам, а зрителям. Уже в октябре и ноябре месяце исполнители отправятся на гастроли в Западный и Северный Казахстан, чтобы поделиться со зрителями других областей прекрасными мгновениями, которые дарят всем мелодии и напевы короля казахского вальса Шамши Калдаякова.